Это нарушает глобальные принципы, принципы международного права. Раз. Позицию России. Два. В-третьих, это вводит некий дисбаланс, целостность российского общества. Дело в том, что здесь проживают и армяне, здесь проживают и азербайджанцы. И мы не хотим неких провокаций со стороны подобных людей. Непонятно, кто они, откуда они, каким образом туда приглашают, как они будут попадать туда. Как этот представитель этой организации вообще сюда попал без разрешения Азербайджана? Вся выставка проводится под патронажем комитета по туризму. Мы вчера уже обратились, они сказали, да, да, понятно. Ленинградская область или Ленинграда? Ленинградская область. Обращайтесь туда с письмом. Дело в том, что сейчас, на данный момент, с вашей стороны, вы как бы пришли и... Мы пришли на выставку. Да, и спокойно. Нарушения устанавливают компетентные органы. Правильно. Ваша сейчас как бы инициатива. Мы об этом вам заявляем, что вы нарушаете. Я понимаю. Мы видим правонарушение, я вам об этом говорю. Нет, это вот сейчас получается как вот. Когда просто Я пришел, допустим, куда-нибудь, в какой-нибудь сюжет, сказал, я не согласен с этим, убирайте все. Не, вы, например, вы видите, уберете, набираете там, полиции, прокатную, да, там, да, что вот дерево будет так. Нам все не видим, как за высоким говорили, правильно? Или что-то подвигать себе там. Ну, коль вы граждане России, значит, я граждан России, да. Показать вам? Все, да не надо мне, я верю. Пожалуйста, я вижу правонарушение, я прошу вас, чтобы убрали. У нас все делается по официальной бумаге. Пока будет реакция на это письмо, вы знаете, что на ответы на официальное письмо. Слушай, если я вижу, кого-то убивают, насилуют, я не буду ждать, пока там так. Не надо Слава Богу, что пришли взрослые, адекватные люди. Слава Богу. Вам говорят, что пришли не какие-нибудь, да, там, ребята, которые не образованные или там. Они провокации не было. Могло быть провокация. Дело в том, что вот подобного рода стенды, они могут вызвать определенные провокации. Мы не хотим, чтобы в российском обществе были вот такие из больной головы на здоровую голову, мы не хотим переносить эту проблему. Дело в том, что в России все спокойно, общины живут в одном городе. И зачем это делать? Вот какую цель они преследуют? Они хотят развивать туризм, пусть сначала освободят Карабах, и дальше мы будем развивать туризм, все будет спокойно. И мы хотим от администрации Ленэкспо, чтобы они понимали суть этих действий. Это идет вразрез с интересами России. Это идет вразрез с интересами и политикой России на Кавказе. Вот в чем дело. Мы не обязаны вам давать разрешение. Не бой вашей продукции. Я имею право требовать. Да, это ваша продукция. Нет, смотрите, давайте консенсусом найдем общий язык. Давайте найдем. Мы не хотим никаким образом, да, влиять на ваше решение. Мы хотим, чтобы вы, как ответственный человек этого комплекса, понимали суть этой провокации и хотим, чтобы эту провокацию просто убрали. Вот и все. Просто свернули этот плакат, потому что это нарушение международных норм. И все. Мы больше ничего не хотим. Пусть продолжает работать вот Ереван, древний армянский, азербайджанский город, все это знают. И мы ничего против этого не имеем. А вот Карабах, это территория Азербайджана, этим все сказано. Поэтому мы без разрешения азербайджанских представителей не хотим, чтобы этот плакат здесь стоял. Вот и все. Просто пусть свернут этот плакат. И мы спокойно продолжим осматривать ваш комплекс и будем очень рады. Поэтому прошу вас. Любое участие на данной выставке представителей различных фирм, различных предприятий, оно согласовано с комитетом по... Ну, видимо, они просто не в курсе. Не, ну как проблемы? Не в курсе? Ну, вот покажите, же, ну, показывайте разрешение. Зачем? Скорее всего, там, понимаете, что вы обязаны. Вы обязаны. Покажите, вот, что на это есть у вас разрешение. Обратитесь. Здесь Армения есть, а Армения это не Армения относится. Уважаемые, обратились в комитет.
проблема с официальным письмом. Письмо будет рассмотрено через месяц. Но провокация же, вот завтра его уберут, комплекс закроется, правильно? Мы пока будем ждать, когда ответит комитет, уже будет поздно. Правонарушение уже совершится. Поэтому мы хотим, чтобы вы приняли ответственное решение попросить представителей Армении убрать стенд, который к ним не относится. Вот и все. Если вы этого не сделаете, то мы обратимся в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении руководства комплекса по части провокации по данному конфликту. Мы просто не хотим, чтобы вы не по знанию, потому что мы уверены, что вы не в курсе вообще этой проблемы. Давайте, вот это ваше право как граждан России. И мои права граждан России, чтобы убрали. Это закон Российской Федерации. Россия признает территориальную целостность Азербайджана. Армения признает территориальную целостность Азербайджана. Соответственно, Карабах является частью Азербайджана. Каким образом стенд относительно Карабаха стоит в стенде Армении? Тем самым мы косвенно, если мы не будем здесь об этом заявлять, это будет означать, что азербайджанская общественность Санкт-Петербурга молчит и принимает этот факт. А мы не хотим принимать этот факт. И Азербайджан это не принимает, и Россия это не принимает. Поэтому мы просим вас принять меры, просто свернуть этот плакат, и мы уйдем. Просто сверните этот плакат. Это ваше. И что со мной? Дело в том, что на данный момент, я вам рекомендую обратиться в прокуратуру. Ну, написать заявление. Давление на администрацию выставки. Вы напрямую содействуете провокации межгосударственных отношений. Да. Это ваше мнение. Это не наше мнение, это ваши действия. Прокуратура, если у нас есть нарушение, должна установить нарушение. Мы видели нарушение, пришли, правильно? Пожалуйста, у нас нет ограничений, вы можете прийти. Давайте полицию. Будем звонить полиции. Вызовем полицию. Дайте телефон. По 02 вызывайте. Вас чувак не понимает. Мы оставим просто заявку. Как ваша фамилия? Фамилия, отчество ваше. Можно сказать? Должность, фамилия, отчество ваше. Мухин. Имя, отчество. Объясните ситуацию, что здесь нарушается закон Российской Федерации, в том числе международные обязательства России. 7-й павильон, мы здесь будем вас ждать. Выставлены экспонаты, которые нарушают законы Российской Федерации и международные нормы. Стоим у этого стенда. Мамедов. Самир Касимов. Полицию вызывает, Семер. Мамедов, Самир Касимов. У нас тут. Да. И
большие. 8-9-2-1-4-4-777. Спасибо. Ну, оперативное не знаю. Видите, они как написали, что Армения, Делфин, до Арца. Получается, что они тем самым они как бы присоединили. Карабах. Флаг вот на горный Карабах. А это не было, а здесь можно видеть?